Thank you.
жадность и довольство уже имеющимся всегда будет недостаточно. Стремление удовлетворить потребности становится зависимостью. Мы травим нашу родную природу, превращая ее в железнобетонные джунгли. Свидетелями обратной реакции. Катастрофа, кое мы являемся виновниками, пожирает нас за наши же поступки. Где мы сейчас? Исцеляем нашу землю или дальше принимаем эту эпидемию? Где-то между или вообще нигде?